Привет, дорогие мои. Я вот случайно в Ютубе увидел несколько тарологов, которые делают расклады на ближайший год. Слушать, конечно же, приятно, но это я понимаю, что это тупо психологи, не более. Потому что их речь построена не на вашем конкретном вопросе, а на том, как они видят. А вот я так думаю, а я вот так, наверное, знаю, а, наверное, вот так это получится. Если вы взялись предсказывать людям, то есть чужую судьбу, будущее, нужно говорить четко и конкретно. Тем более человек за это заплатил денег. Я сейчас вроде бы ясно поясняю, и вы со мной, наверное, согласны. Если я плачу за услугу, я должен четко знать ответ. Допустим, буду я с ним в 2023 году. Ответ какой должен быть? Да, будешь в марте, вот так говорят карты. Либо как ясновидящий, либо экстрасенс, ну, в своей тематике я не разговариваю. Ну, точно не так, а вот это должно вот так, но я думаю, что это пойдет. И вот начало вроде бы такой хороший заход идет у тарологов, а в конце расклада ты понимаешь, что ты понял, но ты ничего не понял. То есть как твой год? И потом тебе нужно опять возвращаться на какие-то минуты и еще раз переслушать, потому что твой мозг должен почему-то за твои же деньги, заметь, сам догадываться, о чем таролог хотел тебе рассказать, что будет в будущем. Уважаемые, если человек обладает даром, извините, он конкретно должен ответить на ваш вопрос. Но я это вижу так. Я думаю, что вы полностью со мной согласны. Если ко мне обращается человек, особенно сейчас возьмем ясновидение, в чем моя фишка. Ясновидящих, сами понимаете, очень-очень мало, проверить их очень-очень легко, то есть надо просто спросить прошлое, настоящее и будущее. Ну, прошлое это вы точно знаете, ну и настоящее. Вот. И тогда уже доверяйтесь. Конечно же, настоящие тарологи, настоящие ясновидящие ведьмы, они стоят денег. Это понятное дело. К ним обращаются звезды. К ним обращаются медийные политики, лица. Вот. Я сейчас не превозношу себя, а просто рассказываю, как вот прям с подругой, с другом сижу, общаюсь. То есть это наш разговор, сливать эту информацию не надо. Нельзя. Так вот, обязательно. Прежде чем начнете расклад, обратитесь к тем-то, а спросите про свое прошлое. Я, как ясновидящий, мне ответить на этот вопрос очень легко. Поверьте мне, и спрашивали, вот кто сейчас это видео видит, они это могут подтвердить в комментариях, и спрашивали, и получали ответы, потом извинялись. Вот. Поэтому, если вы захотите заглянуть в будущее, не делайте себе проблем за ваши же деньги. Обращайтесь только к специалисту, проверенному. Я сейчас не рекламирую себя, тем более не рекламирую. Я просто вас пытаюсь, так как вы на моем канале, либо попали случайно на мой канал, предостеречь, потому что Новый год, который 23-й, он не такой уж будет простой. 22-й это был сложный, да и 20-й с коронавирусом, а 23-й будет еще сложнее. Поэтому там много про валютные вопросы, там будет про войну, будет с мобилизацией связано. Поэтому, если не хотите проблем в будущем, узнайте в будущем об этих проблемах, тогда не будет этих проблем в настоящем. То есть, не хотите проблем в настоящем, узнайте это прямо сейчас. Ну что, мои дорогие, я вас всех люблю и обожаю. А, кстати, давайте эксперимент проведем. Вот карта Таро. Карты, они в руках настоящего таролога, таролога мы сейчас будем говорить, они льются как песня. Допустим, как у тебя сейчас твои дела? Смотришь, и ты уже подтверждаешь, что действительно, да, ты сейчас в чуть ли не в замкнутом пространстве. Птицы, вороны тебе не дают спать. У тебя глаза на много чего закрыты. Еще глаза это говорит о том, что ты не можешь общаться с тем человеком, с кем хотелось бы общаться.
Вот защищайся локтем, а не понять от кого. То есть не видно, да, от кого, а ты сама, потому что не знаешь, потому что... И все вот эти защиты, они потом ложатся на твою душу. Душа у тебя болит и плачет. Вот. Что сделать, чтобы это все закончилось в раз и навсегда? Нужно сконцентрироваться на человеке, который сейчас тоже точно так же сидит и думает о тебе, но у него не завязаны руки, у него не завязано ничего, сами видите, да? Вот. И дальше карты скажут, что и будет у вас вера, надежда, любовь. Видите, как у меня легко и карты идут? То есть здесь мог бы вообще вылиться другой вопрос, я потерялся бы вообще в смысле диалога. Но перед вами вот так и показываю. Когда настоящий таролог, ну, я ясновидящий, тогда льются карты просто про тебя, прям рассказывают. Ты даже не сможешь придраться ни к одной карте, потому что это все будет про тебя, о тебе и в будущем тоже о тебе. Поэтому обращайся только к специалистам. Всем спасибо. Кстати, поставьте лайк. Моя благодарность.